На самом деле, мне кажется, что сегодняшнее мероприятие, одной из целей сегодняшнего мероприятия было, по сути дела, это попытка возвращения публичности в реальную политику. Мы прекрасно понимаем, что сейчас, в преддверии выборов, интенсивно идут переговоры между различными политическими группами, политическими партиями, политическими лидерами, что очень многие из них, многие претенденты хотят быть объявленными претендентом от, и прекрасно понимая, что в создавшейся политической конструкции, да, где шансов обеспечить себе пост номер один в соответствии с законодательством в условиях правового беспредела, да, очень и очень сложно, да, все бегают как бы либо Белый дом, либо за пределы этой страны. Все мечтают, что глаз хозяина будет положен именно на его фигуру. Вот сегодняшний круглый стол, на самом деле, да, это попытка вернуть публичность в реальную политику. И, к сожалению, она не удалась, потому что власти, провластных партий, провластных политиков нет. Почему они проигнорировали? Я думаю, потому что они видят, что оппозиция разрознена, слаба, и в условиях приближающихся выборов они с удовольствием сделают все для того, чтобы претенденты от, не от них, независимые претенденты, чтобы вы еще больше между собой, да, передрались или переругались.